Сёння, каб палепшыць статыстыку, патрэбна выкладвацца на максімум. Таму ратавальнікі актыўна працуюць на базе аздараўленчых лагераў. Ад тэорыі да практыкі галоўны лозунг супрацоўнікаў МНС. Нашай задачай асноўнай з'яўляецца всё-такі навучыць дзяцей правільна сябе весці ў стрэсавых сітуацыях. И совместными усилиями мы проводим занятия не только теоретические, но и отрабатываем их практически. В этом году для нас новинкой стало это занятие по обучению плаванию в бассейнах на базе детских оздоровительных лагерей. И также мы проводим занятия на открытых водоемах. Не только научиться плавать, але и уметь допомогчи сябру у складанной ситуации. Сумесными силами представники АСВОД и МНС отпрацовывают навыки выратования на воде. Важно не только научить, але и выпрацовать у детей отказные относины до уластной безпеки. Специальные уроки и встречи будут проводиться на протягу усяго летнего периода, каб кожное дитя ведало, як повозить себе на воде.